Всем привет! С вами Матвей. Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Сегодня в первой части нашего видео мы покажем они демонов. 3 штуки. И во второй части мы откроем 5 упаковок Лего Ниндзяго карточек серии 4. Итак, они демоны, всего в упаковке 3 штуки. Мы видим 36 деталей, в основном оружие. Вот здесь видно, как они должны быть оборудованы. И фигурки уже построены. То есть строить их не надо, нужно просто распаковать и построить оружие, дать им в руки. Ну, сейчас мы этим и займемся. Открываем. Итак, в наборе было 3 мини-фигурки. Они, в принципе, такого же размера, как и все остальные. Одна мини-фигурка с маленькими ножками, вот мы видим, они, которые не гнутся, как у детей детских. Ну, это самый маленький демон, видимо. И один демон был в маске. Такие маски нам попадались уже, мы помним их из сезона про мотоциклистов, да? Да. Банды мотоциклистов, там были такие маски, но они были цветные. Здесь маска черная. И также была инструкция, всего-навсего 1 страница, и здесь показано, как собрать оружие. Посмотрите, есть специальная перфорация, линия отрыва. Чтобы не мучиться, не искать ножницы, не отрывать. Вот по линии отрыва открывается ключик. Ну что, давай посмотрим поближе. С главного начнем. С самого рогатого. Чем больше рога, тем больше важности, да? Это самый главный. Вот так у него открывается. Маска, мы видим страшное лицо под ней. Принт на теле у всех одинаковый. Спереди, сзади. Ну, единственное, они вот все черное, демоническое, страшное. И такое же черные мечи. Черные катаны у них и черное странное оружие. Следующий обычный воин. Вот он. У него что-то типа алебарды в руке. Но у него, кстати, нет сзади мечей. У него только наплечник и все. И третий воин с маленькими ножками. У него топор. Наплечники, 2 меча сзади, ну и маска, кстати, маска ниндзя у него, ты видишь? Да, но только она черная. Ну, принт тот же самый. Это набор для коллекционеров, можно, конечно, и для игры его использовать. А теперь мы переходим к распаковке карточек. И в наборе была 1 супер-пупер золотая карта. Здесь мы видим Харуми и Ния на фоне зеленая чешуи дракона и красная мы видим сзади, да? Да. Ну, карточка не очень сильная, но зато красивая для коллекции. И 5 упаковок по 5 карточек. С какой начнем? С этой. Ну давай, с Харуми и начнем. Игамаду. Интересно, что там попадется? Соберем ли мы пазл сегодня? О. Так, правила. Сторону. Ух ты! Ух ты! Древний каменный воин и переливающаяся карта. Карлов. Ну, Карлов мы знаем, он мастер чего был? Мастер металла. Да. Ты помнишь, да, эту серию? Да. Ниндзя Коузейн. Ниндзя Зейн. В костюме из нового сезона. Ой, Дерет, надо туалет. Дерет, как обычно, что-то у него там не все в порядке. И Пауэр-Зейн. И блестящая карта, мощный Зейн.
с двумя сюрикенами льда. Следующая упаковка. С Каем. Давай, Зейн. Опять Зейн. Written the heavy metal. Ну, здесь heavy metal уже нам попался. Пазл. Попало сердце. Железный баллон. Такая часть пазла у нас уже точно была. И вот это. И вот этот клубок с цепями у нас уже был. И злая Харуми. И злая Харуми. Посмотрите, блестящая карта. Так, следующую упаковку берем. Железный барон, да? Да. Давай. Один из охотников на драконов. Ниндзя Коул. Коул. Вот этот у нас был. Это тоже у нас был, да, с курочками. Шпинджицу Кай. О, это Кружицу Кай делает. Это из новой серии наборов. Да. Видишь, вот это. И Драгмастер Кай. И Мастер Драконов Кай. Мастер огня. Опа. Следующая упаковка. Железным бароком. Кстати, в этой была только блестящая, переливающаяся. Не было в этой упаковке ни одной карты. Посмотрим, что нас дальше ждет. О, классный мистер Монстр. Мистер Монстр у нас тоже был. О, Амфюр Ллойд. Ллойд в старой маске, смотри. Джек Джек. О, еще одна часть пазла. А вот какой-то вот это. Еще один пазл. Или это может быть даже один. Может быть это даже из одного пазла. Офигеть. Ух ты. Это ледяной дракон. Может быть у нас еще один ледяной есть. Дракон, а у нас может быть есть низ от него. Мы его сейчас посмотрим, проверим. Если да. Есть, то мы покажем обязательно. И так, следующая упаковка с Ллойдом. Упаковка с Ллойдом. Вау. Каменный воин. Ух ты, она переливается, смотри. Да. Смешная Мисако. Смешная Мисако. Почему смешная, непонятно. Радостная. Это что, еще одна часть пазла? Здесь мы видим это... Кай на красном драконе, да? Дракон. Еще один дракон и ветра. И ультра-дуэль Зейн, может быть, у нас ультра-дуэль Зейн, может, у нас есть вторая часть этой дуэли. Мы проверим сейчас в нашем каталоге, что у нас там есть. Итак, что у нас сегодня ценного попалось? Это блестящая карта Харуми. Зейн, Кай, и еще раз Зейн, но здесь это часть двойной карты. Сейчас мы посмотрим, будет ли у нас совпадение. И часть дракона. И также три переливающиеся карты. Карлов, Древний Каменный Воин и просто Каменный Воин. Мы благодарим вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!